говорили мне, что здесь рыба заткнулась, не клюет больше. А я не поверил, пошел. Ну вот и ничего и не поймал. Но вечерочек еще продолжается, погодка хорошая, поэтому можно заняться каким-нибудь другим делом. Например, творческим отдыхом на воде. А для этого я взял с собой парочку музыкальных инструментов. Они очень уместны на рыбалке. Что-нибудь еще из советской классики. Вот, как играют. Уже к другому берегу придрейфовал. Oh,
Опять приплыли к берегу. Тучка! Улетай, туча! Улетай! Туча идет. Идет страшная черная туча. Кто-то у Киркорова. Улетай, туча, улетай, туча, улетай. Сейчас будет непогода. Такая вот туча оттуда идет. Но раз непогода, то надо и песню сыграть, которая про непогоду. Все, сейчас туча накроет, уже ночь почти, надо к берегу, домой. Фишпокрафт все в одном, это не просто рыболовный покрафт, это еще и удобное кресло на воде, потому что тут сделан специальный горбик сзади, который работает как спинка. Сидеть на тепленькой подушечке хорошо, удобно, можно вот в осеннюю погоду сидеть и ничего не замерзнет, спина не устанет. В общем, сделано для людей, а не просто так, чтобы держаться на воде. Попробовали половить рыбу, не вышло. Попробовали помузицировать, вышло. Удовольствие получено, не от рыбалки, а от музицирования. Так что, домой. Обратите внимание на еще вот такую важную вещь. Покрафт из-за своей такой крепенькой коренастой формы работает на пониженном относительно других лодок давлении. То есть его рабочее давление около 0,1 атмосферы. Это то давление, которое легко даст человек своими легкими. Поэтому я и додувал лодку ртом. Вот. Что это дает? Во-первых, это не требует наличие каких-то насосов специальных, потому что даже самый легкий насос механического типа весит как минимум 0,5 килограмма. Во-вторых, очень важная вещь. То, что на низком давлении лодка гораздо лучше противостоит механическим повреждениям. Например, если мы накачаем лодку до звона и наскочим на что-то острое, то есть
риск пропороть борт, даже на достаточно толстом материале. Здесь же, при достаточно тонком материале, налеты с разгона на тросту, на какие-то бетонные парапеты, даже на осколки стекла, если на небольшой скорости, они не наносят повреждения лодке. Все почему? Потому что давление небольшое, при столкновении, вот, видно, лодка отыграет. У меня был случай, когда я наехал на лежащую бутылку, думал, все, лодка будет порезана, на разбитую бутылку. Нет, не порезал я ее.